Привет, молодежь, Гудаури, Грузия, Анатолий и Павел. Павел из Москвы. Мы сейчас стоим на 3000 метров над уровнем моря, на верхушечке горы Кудеби. Угадайте, что мы будем делать. Не выроню я ее. Не выронишь. Если выронишь, она привязана. Только не опускать, набирать бушку. Хорошо. А то, ну и сильно вверх. Это так и держи. Вот, а вот ее соединишь. Да. Быстрым шагом пошли. Быстрым шагом. Сейчас. Готов ускориться? А? Сейчас. Сейчас. Вот сейчас, да. Немножко поехали. Бежим, бежим, бежим. Все. 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 Полетели. Красавчик. Круто. Офигенски. Вообще, конечно, как. Да, офигенно. Коленку правую вверх, левую вверх, коленку. Удобно уселся. Ну, ребят, ну мы взлетели. Вот летим. По направлению. Летим по направлению к Сикфреби. Да, это, конечно. Тряпочки, видите, вот такая вот, целых 4 квадратных метра. Высота растет. Тряпочка, конечно, так себе название. Ну да. Не впечатляет. Не, не то, что не впечатляет, а это... Немножечко опаски добавляет. Стремает. Да. Где держаться? Держи за камерой. Я понял. Ребята уже сели, получается, да? Не, они еще вот. Они вот туда же летят. А, туда? Мы тоже туда же? А, вон они летят. Да. Thank you.
можно я чуть вот так? Да? Ну, конечно, конечно, разворачивай, не проблема вообще. Можешь за меня заводить, ничего страшного, да. На посадке, только скажу, слишком близко ко мне не подводи, потому что у меня клеванка, она мне нужна, как бы, под, ну, тропа управления, понимаешь? Можешь другую руку взять, если хочешь, как. Вот. Мы там разворачиваться будем, получается, будем? Или как? Мы вот там разворачиваться, да, будем? Или как? Да-да. Если хочешь покрутиться, мы крутиться будем. Что-то я очкую. Я не собираюсь тебе сразу. Мы были там.